Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем канале. Что ж, продолжим кампанию. В прошлой серии у нас тут была битва. Разгромили мы стек из стерлингов скриптовый. Достаточно неплохой такой. Платой за это, я так подозреваю, был наш полководец эльфийский. Вот, поэтому я думаю, что я дальнейшее наступление буду осуществлять уже нашим принцем, наверное, так пускай будет. А вот этот товарищ, наверное, пускай идет в Матарам и удерживает наши юго-восточные границы. Тут я смотрю, вдруг у нас сразу вот так вот сделаем. Рост населения почему-то прекратился, как вышел полководец из города. Вот, ну, так, 2000 у нас есть. Это хорошо, конечно, но тут я так смотрю уже по строительству все. Нам бы еще донабрать войск. Было бы неплохо. И вот очень хотелось бы набрать себе пикинеров этих аварий. Но я смотрю, только через 5 ходов появится для найма отряд пикинеров. Но ничего страшного, я думаю. Сколько в найме? В содержании 240. Ну давайте возьмем сюда один отрядик еще. О, кстати, стоп. У нас появились стрелки, конные стрелки авария. Урон в целом неплохой, броня такая себе 20, ну в целом неплохо. Давайте, наверное, возьмем один отрядик такой, пригодится нам, я думаю, в дальнейшем. Так, ну по-моему, я тут уже всеми войсками походил. Единственное, что я, наверное, позабираю эльфийские вот эти вот отряды, которые уже попереобучались. Тут еще не получается переобучить этот отряд. Позабираю их сюда, к западным границам, постягивая. Оставлю тут войска только с... Вот этих, кстати, ребят я тоже, наверное, всех заберу. Ну, пикинеров этих батраков, даже не знаю, брать стоит, не стоит, наверное, не стоит. Вот так вот этих ребят заберу, тут может быть что-то доберу еще, какие-то отряды, но может и не буду ничего набирать, посмотрим. В центре, я думаю, у нас большого как бы, ну, смысла нету тут держать войска. Единственное, что я смотрю, что переобучаются в хорошую броню только отряды северян. Эльфийские отряды почему-то не хотят броню себе зарабатывать здесь, в этих, в этом поселении, не хотят переобучаться. Так, баллистику мы тоже, наверное, заберем. Куда-то сюда пускай ползет себе, не спеша. Тут вроде бы у нас все нормально. Тут... мы ждем переобучения, хотя я сейчас посмотрю, может быть, в каком-то из городов. Вот здесь мы можем переобучить этих бойцов, я их сюда, наверное, отправлю. Ага, а эти ребята не получаются у нас с бесплатным содержанием. Сколько они? 122 копейки, ну, пускай это, в принципе, терпимо. Поселение вот это вот у нас, что тут нам предлагают, ничего не предлагают, не растет оно так быстро, как хотелось бы. Но вроде бы я тут уже походил всеми агентами, всеми войсками. Тут у нас тоже этот товарищ стоит. Мы тут агентом нашим бегаем, подсматриваем, что тут происходит. Я смотрю, тут серьезная такая обстановочка. Множество врагов вокруг Гондора скопилось. О, я так подозреваю, вот этот город тоже уже захвачен. Да. И кто вы такие? Харадримы. У макилов у вас еще нету. Но уже должны быть, по идее. Если реформа прошла, то... Ох, тут, конечно, да, набор неплохой такой сидит. И, как вы видите, они уже все с хорошими рангами.
очень даже неплохие войска. Я думаю, что тут, конечно, сражаться Гондору приходится нелегко. Я думаю, очень даже нелегко. Так, стоп. Еще раз я посмотрю на этих ребят. Ну, вроде да, макилов тут нету. Но я знаю, что вот эти вот даже полуорки, эти полутролли, вполне себе, как вы видите, дальний будет 12, ближний будет 12, брони 15. То есть ребята солидные такие. Рукопашные, которые полутролли вообще, воины, которые вообще отличные. Эти застрельщики. Да, неплохо так, конечно, тут разворачиваются события. Надо бы тут помочь, наверное, по итогу Гондору, точнее. Мордор, я думаю, может быть, даже придется атаковать по итогу. А может быть, вот этих товарищей начнем тоже атаковать, чтобы как-то их позиции ослабить, потому что я подозреваю, что тут они, как вы видите по карте, разжились они неплохо, у них много поселений, они прессуют у всех подряд. Вот, поэтому, короче, события развиваются как бы не в нашу пользу. Не в пользу светлых сил, скажем так. Вот. Но, тем не менее, ладно, пропускаю ход. Агентами, кстати, раз мы уже разбомбили этот стек, надо пойти, я думаю, встать куда-то на границе. Вот, вот эти границы меня интересуют. Тут тоже можно сюда какого-то агента прислать. Вообще, по-хорошему, тут можно было бы поставить башни, даже не можно, а нужно. Но это уже в ближайшем будущем. Ладно, пока пропущу ход. Итоги хода предлагают. Вот там новое задание. Так, так, так. Отправь соперникам посла, чтобы тот заставил их вернуть эти земли. Ага. Мол, выкупить. Да не, ребят, я, наверное, ничего тут не буду выкупать, я просто пойду и заберу посла сюда тащить. Это не, не ближний свет. Вот, поэтому. Так, одного агента я, наверное, тоже сюда отправлю. Я смотрю, тут бегает еще один стек Мордора. То есть что-то тут назревает. Возможно, они идут куда-то на север, там воевать там с эльфами или с Дейлом. Трудно сказать. Так, доклад о нами. Переобучены войска. Строительство завершено. Мастерская бронника. Переобучить мы все-таки никого не можем. Конюшня. Давайте закажем конюшню. Так, у нас вроде бы везде строительство идет. Агента вот так вот, наверное, сюда. Даже вот так сюда поближе. Тут деревья, наверное, мешают обзору. Значит, где-то здесь его оставим. Этот товарищ уже походил, полководец несется в Эльгаэр. Этот товарищ Матарам, пускай идет. Надо забрать вот этих вот лучников. Я тут оставил небольшой гарнизон, пускай он здесь и остается. А лучников я заберу обратно в город. Ну давайте вот так вот для начала сделаем. И я думаю, что объединим тут, может быть, какие-то армии. Вот у нас 32 человечка тут есть. Вот так вот сделаем раз. И допустим вот так вот два. И этого товарища тоже можем забрать теперь. Вот. Ну и опять-таки ждем. Ждем полководца нашего. После этого отправимся в поход. Ну и посмотрю сейчас, если здесь можно посла. Нет, посла здесь не получается организовать. Вот у нас можно посла нанять. Я его отправлю, как бы, может быть, получится там что-то сделать. То есть надо обменяться. Ну да, здрасте. Нет. Так не надо. И посол, я думаю, нам тоже тут не нужен. Какое-то странное задание, зачем мне меняться землями с врагом, если я могу их просто завоевать. А вот. Ну, ладно, пропускаю ход.
Итоги хода, что нам говорят? Ничего интересного, я так подозреваю, тут нам не говорят. Сантануин. Давайте закажем, наверное, верфь. Тут опять у нас куча всего для найма. Вот можно заказать стрелков эльфийских конных. А вот эти ребята что у нас? Хотят переобучаться? Вот уже что-то интересное. А эти ребята, тоже надо бы их переобучить. Отлично. Тут кто у нас идет? Катапульта. Ну, катапульта пускай дальше идет. Тут мы войска уже вроде... Ага, на месте армии. Сюда надо бы нам полководца какого-то прислать. По-моему, вот в отхлебете тут сидит один товарищ. Без дела. Давайте мы его сюда бросим. Тут ребята вроде бы... Все у них хорошо. Строительство у нас везде идет. Так, полководцы. Yes, my lord. With honor. Так, ну давайте, наверное, тогда вот этого товарища выселим. Yes, my lord. Вот этого вернем в армию. И что? Тогда вот эти все войска выходят из поселения. Тут мы оставляем вот этого нашего чудо-полководца. И на следующий ход двигаемся на поселение Стерлингов. Будем их продолжать уже дожимать, скажем так, добивать. Вот, чтобы... Да, кстати, вот тут у нас тоже сидит много войск. Можем кого-то переобучить, баллистику. Ну, давайте ее переобучим. И я думаю, что... Что лучше, как бы лучше было поступить. Вот этого товарища, я даже думаю, уже стоит отправить куда-нибудь, вот возможно, в это поселение. Пускай он там командует. Your orders, my lord. Да, Остинери. А вот. А отсюда вот этих вот бойцов я заберу сейчас. Переброшу. Наверное, вот в Матарам пускай идут. А вот эти вот ребята пускай идут переобучаются. Переобучаются. Далеко им, конечно, придется идти, но тут ничего не поделаешь. Тут у нас, по-моему, эльфов мы не можем еще переобучать. То есть, наверное, это будет Карас Фалатрим. Хотя в Карас Фалатриме у нас нет... А, гильдия оружейника, вот, отлично. То есть, по идее, в Карас Фалатриме мы их можем переобучить, все вот эти войска, и, по идее, должны там какую-то броню им дать, и так далее, и тому подобное. Так, баллистика идет. Идет не спеша. Вот, ну, вроде бы, так пока все понятно, что у нас тут происходит. Вернемся, допустим, сюда. Тут пока тишина, спокойствие. Я смотрю, что здесь, ага, вот стоят армии Мордора. Ждут команды для атаки. Тут я смотрю, с Харадримами заруба основная происходит. Еще и король Харадримов тут участвует во всех этих битвах, сражениях. Агентам, кстати, можно сюда прогуляться. Ага, не может он тут пройти. Ну ладно, пускай, наверное, вот здесь и стоит. Так вот даже его подвинем. Может даже бы вот так поближе, не мешало бы. Да, чтобы мы видели черные врата, что тут происходит. Посмотрим. Да, конечно, руками уже ходят по полной программе. Сколько их? 178. Ну, не намного больше, чем у нас в составе. Но тем не менее, я думаю, что это будет... Война непростая. А вот. Ну а пока пропущу ход. Итоги хода. Так, сразу переброшу вот эту армию на переобучение. О, отлично. Можно взять вот этих вот товарищей в найм. Пускай висят. Доклад о найме. В Иланине набрались стрелки. Ну, пускай, наверное, пока в Иланине и сидят. Что-то там еще у нас было, ну ладно. Карварат. Конюшни построились. Можно дальше их развивать. Рыцарские конюшни пускай будут. Чтоб открылись. У нас тоже конные стрелки в Лесте. Порт закажу. Мистрант.
Можем тут... Нет, не можем пока никого переобучать. Пускай будет казармы. И вот это непонятное... Курвазах. Х. Какой-то... Тоже пускай понемногу развивается. Так, ребята идут. Так вот, этот товарищ идет, ну как и шел. Пускай продолжает свое движение. А здесь мы выходим. Вот, и к этому поселению на штурм идем. Ну, вроде бы все, можно пропустить ход. Итоги хода. Доклад о найме. Переобучены у нас войска. Доклад о строительстве. Иланин, давайте дальше порт. От хлебет конюшни. Достраиваем тут уже все, что есть. Здесь у нас армии, по-моему, переобучились. Ой, отлично. Прям все с броней. Вот я их, наверное, заберу всех. Оставлю вот этих чудо-лучников здесь. К сожалению, они у нас будут кушать содержание, но все равно. Так, отправляем сюда все на передовую, потому что я смотрю, тут уже начинают стеки Мордора так бодренько крутиться. О, вот даже так. С горными троллями еще и крутятся тут. То есть, надо подготавливаться уже, подготавливать вот эти наши города приграничные к тому, что в ближайшем будущем тут может случиться какая-нибудь нехорошая ситуация. В частности, будет атака Мордора. Yes, my lord. А, вот. Your Поэтому, lord. Да, как-то надо ускоряться с этими всеми делами. Так, баллистика идет. А вот этих всех ребят я тоже отсюда заберу. Заберу, поведу на дальние границы. А здесь, если что, мы сможем набрать как бы отряды. А вот, там у нас найма пока хорошего нет. Поэтому, ладно, давайте, наверное, еще тут доберу вот этих вот лучников, все, что у нас возможно сейчас набрать. Здесь тоже эльфов вербуем по полной программе. Да, тут пикинеров у нас еще нету. Еще ок, один ход как раз отлично. Они нам пригодятся здесь. Так, какой-то тут непонятный недоразумение стек идет. Возьму арбалетчиков тут на прикрытие. Арбалетчиков и, наверное, вот этих наших чудо-пикинеров. Штурмуем поселение. Думаю, двух таранов нам вполне должно хватить. Так, сбегаем тут, посмотрим, что тут еще есть интересного. Пока ничего интересного не видим. Я смотрю, тут с гномами какая-то бойня идет. Дейл там пока что-то отдыхает, никуда особо не торопится. Бьярн законодатель, понятно. Тут... Да уж. Так, баллистика, сколько ты кушаешь? 350? Ладно, вот этих лучников, наверное, я тоже заберу в ЛГР. Баллистика пускай тут уже сидит. Тут, может, наберем вот этих ребят. И вот этих, пускай тут тоже обитают. Так, полководец наш уже пришел на позицию. Я его отправлю к нашим границам поставить здесь сторожевые башни. Здесь можно, допустим, вот так вот одну, и пойдем дальше. Дальше по границе вниз. Будем там расставлять эти башенки везде и всюду, где только можно. Так. Агент сюда несется. Посмотрю, что у нас тут еще на юге происходит. Сюда по всему ничего хорошего. Возможно, тут даже для Гондора. Ну, пока Гондор еще тут эти поселения держатся, но мне кажется, это ненадолго. Такие большие количества войск у врага, что я даже не знаю, как им тут. Я думаю, придется нелегко. О! А вот и варьяги идут полным стеком. Что тут у нас сидит? Одна кавалерия. Причем, по-моему, эта кавалерия такая не очень уж хорошая, как вы видите. Жаль, вот полководца я не вижу. Полководец тоже какая-то кавалерия, задоспешенная даже, но
Неизвестно, что там у него не хочет наш агент видеть. Да что ж ты такой несговорчивый? Ладно. Отправимся сюда. О, тут еще одна армия идет. Короче говоря, здорово. Нам в отряды нужны копейщики и пикинеры. Одними эльфийскими лучниками мы вряд ли справимся. Ну что ж, я тогда пропущу ход пока. Итоги. Так, полководец наш бегом бежит. Доклада найме. Топа нанимался. О, хорошо, что в Эльгаэре успели набраться пикинеры. Но я так вижу, что этот маленький стек побежал отбивать свое поселение. Мы сюда как раз успеваем еще лучников посадить. Возможно, даже сделаем вот так вот, переобучим их. Yes, my lord. Так, а кто это тут у наших границ? Нехороший какой-то человек бегает. То есть я так понимаю, что нам нельзя оставлять вот эти поселения без прикрытия какого-либо. Возможно, здесь будут выскакивать скриптовые войска какие-то появляться, но все равно я думаю, что надо бы перестраховаться, чтобы не было никаких сюрпризов. Так, эта баллиста все никак не доедет. Тут товарищи укрепились в целом неплохо. Заберем отсюда всадника вот этих вот. Что у нас тут в найме? Ничего интересного пока нет. А здесь вербуем пикинеров. Пикинеры, по-моему, у меня здесь один отряд нет. Вот здесь сидит один отряд пикинеров, да. Отлично. Их бы тоже надо было переобучить под хорошую броню. Ну, ладно, уже далеко они убежали. Что ж, yes, my lord. Идем на штурм этого поселения. Нечего выжидать. Посмотрим, что у них тут сидит. Соотношение 5 к 3. Ну да, войска как бы ничего особенного нету. Единственное, вот эти... А, это не катафракты. Это какие-то сектанты. Атака 16, неплохой такой натиск. 5, ну лучше, чем 3, скажем, или 2, как у некоторых войск. Общая защита 23. Неплохо. Очень даже неплохо. Тут один отряд кавалерии, что еще что-то приходит им на помощь. Вот, вот это вот уже интересно. Это, я так подозреваю, пикинеры. Стена копий, преимущество против кавалерии, очень высокая выносливость, очень длинные копья. Ну, по характеристикам не могу сказать, что очень хорошие бойцы. Вот, ну что ж, я думаю, должны мы их осилить. В нашем положении должно как бы все сработать. То есть игра от лучников. Думаю, большую часть врагов мы просто перестреляем еще под стенами. Я смотрю, скрипт выскочил, у них два отряда каких-то рубак стандартных. Ну ладно, поехали. Итак, начинаем битву. Вот это вся вот эта полоска, это все наши лучники. Конечно, перестарался я в битве с этим скриптовым стеком. Взял с собой очень много лучников, поэтому были такие вот и потери серьезные, я так подозреваю. Но зато города штурмовать, я думаю, это самое то, что надо. Вот. Тут, я думаю, мы сейчас будем закидывать врага нашими стрелами по полной программе. Надеюсь, конечно, на это. Хотя вот они бьют навесом. Правда, там град такой стрел падает. Но я думаю, что большая часть... Ох ты ж, они решили выйти на деблокаду. Так, а ну-ка, наши копейщики. Вперед. Бегом. Причем... Где-то еще тут у меня копейщики были. Один отрядик. Тоже их снимаем, тоже сюда бегом. Не надо нам вот эти такие прорывы тут устраивать. Кстати, вот этих ребят тогда тоже снимаем с этих осадных орудий. И будем сейчас как-то стараться что-то с этим всем делать. Так, копейщиков я, наверное, все-таки немного по фронтам разведу вот так. Вот, кавалерия тут пошла в бой.
И мы будем, наверное, сразу ловить, чтобы не было никаких сюрпризов. А сюрпризы, видимо, будут. Куда-то побежали наши копейщики, наверное, мы их не туда отправили. Так, вот сюда надо их куда-то бросать. Один отряд эльфийский попал под раздачу, но я думаю, что это не страшно. Нам главное вот этих всех товарищей перебить. Копейщики рун. Ребята, давайте помогайте тут с этими, с этой кавалерией. Нашим эльфам. Я понимаю, что они такие бодренькие бойцы, бросились сразу в бой. Но кто-то уже убегает. Стрелки. Я думаю, тут шансов у врага нет. Всем залетает неплохо. Причем нашим бойцам тоже влетает. Смотрю, не слабо. Но тут, конечно, рубилово вообще суровое. Вот эти вот... О, вот кто нам нужен. Вот этих ребят, пожалуйста, давайте кромсайте всех хором. Тут, я думаю, мы сейчас этих перебьем. А вот тяжелую пехоту... Отсыпается, честно говоря, от них не очень так и много. Я смотрю, с залпа. Сейчас посмотрим, сколько их упадет. 56. Ну, нормально. Нормально, по-моему, падает. Немного их дойдет, я так смотрю. Так, здесь мы разобрались с этими вражескими отрядами. На всякий случай отправим в догонку копейщиков. Тут добьем вот этих копейщиков. Они пошли на наших элитных лучников. Ну, пускай. Я думаю, что это даже, возможно, к лучшему. Так, стоп. Нашим стрелкам всем стоп. Не надо... О, а тут кто у нас такой? Вдруг откуда-то взялся. А ну-ка, ребята, поможем тут, наверное, немного. И тут я что-то прозевал этот момент. С подкреплением вражеским. Здесь, я думаю, наши эльфы перерубят сейчас вот эту тяжелую пехоту. Ну, будут небольшие потери. Я считаю, что это не столь существенно. То есть будем сейчас их вот так вот достреливать. Ну, о, ребята, что это? Ага, понятно. Давайте тогда по стрелкам работать. Тут тоже опять-таки кавалерия. Тут тоже опять-таки кавалерия. Так, где-то наши копья тут попали под раздачу, я смотрю. А ну-ка, эльфы, наверное, помогите здесь немного. Самую малость. Да, копейщики наши попадали все. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Так, разбегаются враги, я смотрю. Осталось добить вот эту тяжелую пехоту, которая так уверенно стоит на позициях. Так, копейщики, выходите из боя. Нечего вам тут делать. Тут тоже враги разбегаются. Давайте возьмем наши осадные все вот эти вот конструкции. Так, но там еще кто-то вот идет. Кто-то крадется. Возможно, это пехота. Точнее, кавалерия. Хотя больше похоже на пехоту. Так, сдалека на тяжелую пехоту очень похоже. Вот, поэтому мы сейчас вот этих вот лучников вот так вот определим. Там у нас еще кто-то хочет выйти повоевать. Легкая пехота какая-то вышла в бой. Ну давайте. Вот. Вражеский генерал погиб, и это не может не радовать. Эльфов разворачиваем частично. Частично пускай прикрывает вот эти вот отряды. Пускай прикрывает подступы к нашим армиям.
из города, если вдруг кто-то сейчас захочет выходить, чтобы мы их встретили. Но вот эти ребята, по-моему, вообще стоят. Может и идут, но что-то... Да что за... Но очень медленно. Эти товарищи как-то непонятно стали так. Давайте, занимайте позицию. Да ладно, пока вот будет тормозить. Вот так вот мы сделаем, наверное, это будет гораздо быстрее. Легкая пехота. Сейчас, я думаю, получит хорошенько по шее. Так, тут, чтобы вот так вот уже сделать. Мы кого-то обстреливаем, какую-то тоже легкую пехоту. Так, ну где вы там, ребята? Они идут, не идут? Вроде идут, но, по-моему, так очень даже не спеша. Так, где там попадают под раздачу наши копейщики? От легкой пехоты тут немного дошло. Давайте по вот этой вот легкой пехоте мы постреляем. Ой, отлично вообще. Ой, здорово. Да, конечно, легкую пехоту расстреливать одно удовольствие. Вот уже дошли к нам тяжелые пехотинцы. Кто это такие? А, это пикинеры идут не спеша, уверенные в себе. Я думаю, недолго им так придется еще ходить. Сколько вас тут? 105 было. Стало сколько? Да. Не, нормально отсыпалось так от них. Так, по-моему, не все отряды лучников по ним стреляют. Тут у меня, наверное, тоже некоторые отряды. Да, вот оно в чем все дело. Вот это ж совсем сейчас все по-другому будет. Вот так вот. Они даже не дойдут. Тут все и попадают. Так, ворота почему-то открыты. Там, наверное, какой-то вражеский отряд застрял. Так, я смотрю, уже многие лучники потратили свой боекомплект. Я, наверное, пойду прогуляюсь вот сюда. Нашими копейщиками тоже, пожалуй. Возьмем уже ворота. Подведем стрелков, у которых еще какой-то боезапас остался, на ударную позицию. Так, вот эти ребята тоже куда-то стреляют, пока, наверное, не надо стрелять. Тут-то понятно, добили тяжелых пикинеров, просто размазали их. Один человечек остался. Ладно, это все хорошо. Очередной генерал погиб. Я думаю, тут надо вот таким вот образом поставить наших эльфийских стрелков. Тут вот у этих ребят боекомплект закончился. У всех, кроме вот этих вот товарищей. Поэтому эти бойцы у нас тоже пускай идут на передовую. Будут воевать рукопашно. Тут мы сейчас добьем вот эти остатки. Так, метатели, наверное, пока не надо вам ничего метать. Давайте пойдите повоюйте немного. Этих эльфов мы тоже сейчас куда-то сюда подвинем. Так, а вы, ребята, я смотрю, вы уже сюда достаете до этих стрелков. Мы сейчас их и будем рубить тут, кромсать и так далее и тому подобное. Очередной генерал погиб. Это не может не радовать. Где-то тут попрятались какие-то... А, вот оно. Копейщики стоят. Так, ну, добиваем уже вот этих бойцов. Давайте, давайте. Шустрее.
И, наверное, на передовую мы подтянем наших эльфов, рубящих, тоже пускай повоюют немного. Вот, стрелки тут, я смотрю, по чуть-чуть вымирают. Даже не по чуть-чуть, а по-моему так, очень даже солидными количествами. Ладно, лучники, давайте. Давайте воевать, нечего вам тут сидеть, высиживать. Ну, по-моему, тут и так все понятно, как бы уже. Что там у нас? Кто-то еще остался в живых. А, ладно. Наши вот эти стрелки, ведущие огонь, пока, наверное, хватит вам стрелять. А вот эти ребята, пускай отправляются добивать остатки врага. Можно тут и полководцам немного повеселиться. Где ты тут остался? Кто-то, я смотрю. Понятно. А, все, уже нету никого. Пускай полководец тоже прогуляется немного. Добиваем вот этих вояк. Вот это здорово. This is a clear victory. Вот как-то так. 83 человека потеряли. Нарубили 1600. Ну, по-моему, неплохо. Уже как бы интереснее так складываются вот эти цифры. Предлагают нам какой-то выкуп. Казнить всех. Справились мы со всеми войсками стерлингов здесь. Но я даже не знаю, что вот делать с оставшимися городами. Я бы, конечно... Молодец, да. Захватываем поселение это. Я бы, конечно, еще захватил вот этот город. А вот эту провинцию оставил уже, чтобы наши союзники их добили. Миссия отменена. Вот это мне уже больше нравится. Переобучать никого не можем. Наверное, будем вот так вот закажем сразу. А, вот. И что-то тут. Ну да, я думаю, добьем уже вот это поселение. И отправимся тоже вот куда-то в эти края. Чтобы перейти, наверное, уже в какое-то наступление на наших потенциальных врагов. Сюда я, наверное, уже не буду никакие армии подкрепления вести. Эти варьяги, конечно, меня немного тут напрягают, что они тут стали так в ожидании чуда. Но это такое уже дело. Так. А ну-ка, вот так мы прогуляемся тут. Вот так вот сделаем. Пойдем дальше по границе. Так и хочется ему, полководцу нашему, пройтись по землям Мордора. Но ничего страшного. Потроллим их немного. Вот. Ну и пропущу ход. Предлагают нам очередное задание. Барх-Сагат. А, это, видимо, поселение из стерлингов. Но это потом может быть, когда-нибудь я туда схожу. Пока мне интересно, что у нас здесь происходит. Ничего, собственно говоря, интересного тут и не происходит. Ладно, тогда оставляю вот эти вот, наверное, побитые, где-то у меня тут копейщики еще были, один отряд. Что-то я его уже не вижу. Видимо, он погиб. Тогда оставляем вот так вот. Вот так вот, и, наверное, не, хотя копья я заберу. Арбалеты заберу. Так. Нет, не буду забирать. Оставлю здесь, наверное, каких-нибудь вот этих, допустим, эльфов. Да и, наверное, хватит. Вот, выйду вот здесь. У нас сидит нехороший человек. Ну-ка, пошел вон отсюда. А вот, а теперь можно уже смело выходить, да? Вот этих ребят мы оставляли. Кого-то еще тут...
Так, а где они у нас? Был у нас один отряд без лычек. Не вижу. Ну и ладно. Значит, вот этим составом мы выходим. Вот таким образом. Ну, авторасчетом я их сделаю. До свидания. Тут у нас по строительству понятно, налоги мы сбросим. Yes, my lord. И выдвигаемся сюда, к этому поселению. Думаю, что тут, надеюсь на то, что с севера к нам никто сейчас не прибежит. А вот, ну, наверное, вот подкрепление вот этих лучников еще отправлю в этот город. Тут перекрыт доклад о найме. Карасант набрались у нас тут. Стражники. Даже я смотрю с одной броней. Так, ну со строительством мы сейчас тут уже будем рассматривать все отдельно. Так, Карасант. Рыцарские конюшни. Давайте. Караспалатрим верф. Давайте вот так вот сделаем. Баллистику тут будем развивать. Так, Матарам. Вот этот город интересный. Нам пока найма тут нету. Видимо, влияние еще 21%. Маловато, конечно, будет. Но надо уже подготовиться к найму. Построить все необходимые здания. Здесь тоже я смотрю. Давайте построим вот так вот хотя бы. ИГР. А, это вот он и был. И непонятный город. Вот эту построечку мы здесь закажем. Ну, вроде бы нормально так все. Так, за нами гонится какой-то... Какой-то... Ой-ой-ой. Я думаю, что лучше не провоцировать вот этих ребят. И как-то стороной так их обходить. Потому что они нас могут сейчас запросто атаковать. О, а тут еще один стек на подходе. Но вот этот город, скорее всего, у нас будет такой... город... Мы вряд ли отсюда будем атаковать. Скорее всего, будем здесь сидеть просто... отбиваться от атак вражеских. Вот, поэтому... О, еще один стек Мордора. То есть, готовится. Готовится атака, я так подозреваю. Yes, my lord. Так, полководец почти добежал. Тут еще у нас кто-то несется. Тоже, да, пускай несется. Кто-то, наверное, сюда пускай несется. По найму, вроде бы, тут мы все уже собрали. Из всех городов. Можно тут еще, если есть возможность, добираем еще армию. Давайте, давайте. Тут пикинеры нанимаются, по-моему, да? О, отлично. Ну, хотя бы пару отрядов, уже что-то. Тут кого-то переобучить даже можем. Найм. Давайте вот так сделаем найм. И вот так вот, наверное. Тут тоже не мешало бы, наверное, если где-то здесь у нас стояла эта армия нехороших людей, то я вот так вот еще возьму здесь пару отрядиков. А вот. И пока что тут город не хочет расти. Ну, как-то так, хотя бы переобучим армию. Ладно, пропущу ход еще. И стерлинги просят перемирия уже. Конечно же нет, мы отклоняем их предложение. И вот это то, о чем я вам говорил. Атаковала нас вот эта армия, мы даже отступить не можем. Да я авторасчетом сыграю. Да, принять. Возможно, они нас не догонят. И главное, чтобы полководец уцелел. Вот и развязалась очередная война. Хорошо, что... Ай-яй-яй, что, догнал? Нет, не догнал. Наш лагерь разграблен, да и ладно. Кандидат на усыновление 45 лет, да давайте. Где это чудо? Ага, это у нас чудо в столице село. Выводим вот эти армии. Наверное, пускай они идут в Мистрант. Дипломатические сведения, да я уже догадываюсь, что вы мне хотите сказать.
Быстренько идем в Матарам. Тут переобучить мы пока никого не можем. Да, влияние пока не позволяет. Агент. Сюда на передовую будем отслеживать движение вот этого стека. Дипломатические сведения. Варяги Кханда начали с нами войну. Державы, заключившие перемирие, гномы Рибора и Железных Холмов и Тень Ангмара. Ребят, ну вы что, как-то вы не вовремя. Доклад о найме. Так, пикинеры приехали? Нет, пикинеры не приехали, но зато набралось у нас куча эльфийских лучников. Строительство закончилось, мастерская баллист. Мастерская катапульт продолжает тут строиться. Отхлебет, ну пускай пока, ничего здесь не буду нанимать. Так, тут у нас набрались лучники. Что у нас тут в Мистранде вообще? Тишина и спокойствие. Надо бы, наверное, перебросить вот этих лучников в Мистранд. Укрепить наши позиции. Так, по карте показывает, что это земля Дейла, но, к сожалению, нет. Ладно, атакуем это поселение. Да, начинаем осаду. Тут подкрепление вот это вот садим в город. Переобучить тоже никого не можем. Строительство у нас идет. Здесь у нас найм есть. Укрепляем позиции наши вот таким вот образом. Вот этот город тоже надо сейчас будет укреплять. Здесь у нас тоже кто-то набирается. Еще набираем войска. Пришли эльфийские мечники. Тут полководец наконец-то дошел. И катапульты. Ну пускай тоже, наверное, здесь пока постоят. С наймом. Тут у нас, ну, наверное, пускай собирается. Я соберу здесь стек без полководца. Пойду, наверное, схожу к Долгулдуру, захвачу вот этот город. Вот. И, возможно, у нас появится один эльфийский полководец новенький. Так, а пока пропущу ход. Надеюсь, что Рубар никто сейчас не возьмет. А, еще хотел я посмотреть. Вот что я хотел посмотреть. Хо-хо-хо-хо-хо. Мордор. Немало тут народу. Еще Мордор. И еще Мордор. Ну-ка, давайте подойдем вот здесь поближе. Два отряда троллей. Шикарно вообще. Все уруки, одни уруки вообще. Это, конечно, тяжело будет с ними сражаться. Надо бы сюда еще войска стягивать. Переобучить можем, отлично. Так, эльфийских лучников у нас здесь вообще нет. Тут есть немного. Ну тогда давайте будем набирать отхлебет, давать нам своих эльфийских лучников. Тут ничего интересного нету, здесь тоже нет, непонятно почему. Тут тоже как бы не очень хорошо, но я арбалетчиков, наверное, возьму. Арбалетчиков и, наверное, закажу здесь катапульту, потому что есть такое у меня предчувствие, что вот этих троллей можно будет попытаться бомбить этими катапультами. Пикинеры набираются, тут мы продолжаем набор, тут тоже набираем, все, денег нет, теперь можно пропустить ход. Итоги хода, мне интересно, где, вот они наши варьяги Кханда бегут. Ждем вас, не дождемся. Агент за ними следом, пускай вот так вот стоит здесь. Доклад о найме, пикинеры наконец-то приехали. Где вы? Вот они, где? Пускай, наверное, сюда на передовую бегут. Вот, расширилось, что у нас? Варфест. Отлично, крепость, давайте. 6 ходов, правда, будет строиться. Я думаю, в ближайшее время мы тогда не будем никому тут объявлять войну. А вот, а просто подождем, пока достроится крепость. И вот тогда уже можно будет что-то... как-то думать о войне. Что-то по деньгам у нас тут немного получается как-то. Yes, my lord. Так, давайте, ребята, вы сюда. Вы тоже сюда.
строительство. Отлично. Мистрант. Вот это хорошо. И так, что у нас тут с влиянием? 35. Но тут надо ждать, пока вот эти вот мастерская бронника, учебный плац, вот эти все вещи тут строят. Пока денежек не хватает. Тут мы штурмуем это поселение. Что тут сидит? Вот опять-таки тяжелая Локфлаг Рим. Мы с такими ребятами уже имели дело. И вот это, я так понимаю, гарнизонный скрипт, 4 отряда копейщиков тут всяких и прочего-прочего. Но я надеюсь, что лучников нам хватит для того, чтобы размолотить вот эти все отряды врага. Хотя соотношение 1:1. У нас по численности меньше. Должны справиться. В бой. Атак! Так. Ну, конечно, да. Лезть на стены некому особо. И, ну, будем смотреть, какая у них тут защита сейчас появится на этих стенах. Вот. Наши лучники, я думаю, тут сейчас будут вести эффективный огонь. Давайте, наверное, по тяжелой пехоте сконцентрируем наш огонь. Так. Это вражеские лучники тут постреливают по нам. Я, наверное, пока брошу таран. Отойду в сторонку. И попробую помолотить вот эту вот пехоту, по максимуму ее разбить. Это копейщики, их вот эти вот веселые, тоже достаточно стойкие бойцы. О, вот так вот, одного только у нас получилось снять. Нам бы тогда... Что у нас тут еще стоит? Легкая пехота. Ну, легкую пехоту мы перерубим, я думаю. Ну, ладно, сначала, наверное, отработаем по максимуму стрелками. Оп. Как интересно. Как интересно. А давайте вот так вот тогда обработаем этих бойцов. Так даже лучше. Давайте немного распределим наши сферы влияния, скажем так. Бросить эту беду. Вот так вот выйти сюда, наверное, надо бы. Так, лучники, вы вообще в них стреляете? Вот, пошло дело. Кстати, берем, поставим, точнее, вот эту функцию, чтобы они разбегались, потому что не очень это все приятно. Не хочется их сейчас терять. Эту легкую пехоту, я думаю, мы сейчас резво перерубим. А вот тяжелую пехоту надо сейчас будет как-то с ней совладать. Like this, вот эти ребята только без нашего полководца. Давайте сюда работаем. Тут тоже опять-таки сюда. Вот эти все наши лучники пытаются добить уже эти копья. Так, кавалерия тоже отойдем. Пытаемся, да, перемалывать тяжеляков вот этих вот. Здесь, я думаю, эльфы должны справиться вполне с этой легкой пехотой. Да, перемалывают они их неплохо, эльфийские вот эти вот стражники. Так, ребята, чего вы стоите? Отходите. Смотрю, один отряд куда-то не туда огонь ведет. Пускай, наверное, вот сюда включается. А, и вот этот отряд тоже. Оп. Еще копейщики на подходе. Легкая пехота из стерлингов. Нехорошо, конечно. Так, наверное, надо нашим полководцам тут немножко как-то поманеврировать. Давайте, наверное, сюда его переведем. Так, а вы, ребята, почему вы... Ай-яй. Отступаем. Отступаем.
нашим полководцам тут немного надо сейчас подыграть по вот этой легкой пехоте, потому что эльфы не выдержат уже такого напора. Так, здесь отряды разбегаются вроде бы нормально, так, да? По копейщикам. А тут попробуем чаржануть по этой пехоте. И, наверное, пару отрядов мы тоже сюда на фланг перебросим. Что у нас здесь происходит? Так, а почему-то они уже наступили в бой. Эльфы, давайте уходите отсюда подальше. Так, полководец, я что-то про него забыл, он тут нахватался уже. Вот это хорошо. Вот это действительно хорошая новость. Молотим. Тут молотим вот этих копейщиков. Тут то, все, разбегаются. Давайте их добивать. Эльфов обратно на позицию выводим. Давайте, давайте, бегом. Эльфы уходят. Что у нас тут? Легкая пехота. Ну, тоже, я смотрю, мы ее так нормально перемололи. Нравятся мне вот эти вот стражи аварии. Достаточно такие стойкие ребята. О, тут кавалерия пошла. Конные стрелки. Так, ребята, возвращайтесь на позиции. Размолачиваем вот этих всех врагов наших. Эльфов обратно возвращаем. Правда, наверное, вот этим нашим стражникам все-таки не доживут они до конца этой битвы. Надо было их убирать, пока тяжелая пехота не подошла, но, к сожалению, не успели мы этого сделать. Так, кто там молотит там еще, смотрю, по этой тяжелой пехоте. Не надо, попадает много залпов в наших стражников. Оп, ребята. Так, наверное, надо ими отойти все-таки в стороночку. Давайте, ребята, отходим. Отходим. Куда-то далеко отходим. Переключаемся на эту тяжелую пехоту. Выходим, выходим из боя. Посмотрим, может быть, даже полководцам добить их, хотя вряд ли это у нас получится. Так, тут еще кто-то, смотрю, стрелки какие-то, вот легкая пехота, они добитки выходят. Оп. Так, ушли все-таки наши бойцы. Так, кто-то нас там, смотрю, обстреливает еще. Какие-то негодяи. По стрелкам молотим здесь. Давайте, ребята, давайте как следует. Ну тут легкая пехота уже все, я так подозреваю. В общем, человек стойкие какие-то бойцы. А теперь... Я смотрю, у нас уже боеприпасы заканчиваются. Кто это? Где это? Ага, понятно. Отходим с этой позиции. Ой, хорошо. Просто замечательно.
Так, новая партия идет, да? Давайте. Мы стрелки решили пострелять. Что, все, навоевались? Давайте сюда поработаем немного. Тут тоже, я смотрю, бойцы уже на... постреляли и хватит. Так, вот этих товарищей поближе подтянем. Так, я смотрю, они так уверенно прут на нашего полководца. Нет, 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 выходим, выходим. А то сейчас наши эльфы нам же и надают. Одного сняли. Ну, что это за тяжелая кавалерия такая? Защитники отступают. Ага, все, эти ребята без боеприпасов остались. Тогда выстраиваем их на передовую, вот только вот этот отряд мы уберем отсюда. Да чтоб вас, а! Не, ну вот эта тяжелая кавалерия, ну это просто смех. Какие-то там... какая-то легкая пехота, ну там скорее всего наши эльфы закидывают так, что всем залетает, но... А там еще войск стоит внутри, еще новая партия, но это уже стрелки идут. Сейчас, я думаю, мы с ними тоже разберемся. Так, последние залпы, я смотрю, тут производят наши... эльфы. Давайте тогда по вот этим стрелкам мы отработаем. Кто тут еще может стрелять? Так, вырубаем вот этих ребяток. Вот эти два отряда, ну еще пока ведут огонь, но я думаю, это ненадолго. Уже один не может отряд вести огонь. Тут тоже уже бойцы пустые. И здесь тоже. Давайте тогда в рукопашку. Сейчас, я думаю, мы быстро перемелем все вот эти армии врага. Тоже бойцы закончились. Стрелы, имею в виду. Так, вот эти наши все чудо-эльфы. Чтобы они у нас не путались под ногами. Я их поставлю, вот, наверное, где-то здесь. Вот так вот, пускай идут. Вот эти все наши бойцы. Давайте на передовую. Тут мы уже всех подобивали, в город заходим. Ай, полководец опять получает по шее, непонятно откуда вообще. Эльфы, заходите в город. Это тут лучники какие-то, недобитки. Давайте, давайте, давайте. Ворота наши? Отлично. Заходим. Заходим. Ребята, заходим. Вырубаем вот эти все остатки. Где тут наши еще чудо-бойцы? Ну, как бы... А, вот тут у нас еще есть два отрядика. Тоже заходим вот сюда на стены. Я думаю, мы сейчас этих стрелков быстро переработаем. Интересно, что у них тут еще осталось. Легкая. Ну, в общем, все недобитки остались. Наши эльфийские лучники вполне неплохо должны лупиться и в ближнем бою, поэтому будем этим пользоваться. Тут давайте на эту стену будем разрубывать этих стерлингов на куски просто. Давайте на копейщиков отправим. О, пошло вот дело. Это легкая пехота какая-то. Я думаю, она тоже сейчас быстро разлетится вся. Тут уже пошатнувшиеся бойцы. Я думаю, вот-вот и будут разбегаться. Арбалетчики кланов разбегаются.
Так, только сюда почему-то никто из наших отрядов не хочет залазить, да? Вот вы, к примеру, ребята, давайте. Все сюда. О, отлично, побежали. Побежали враги наши. Давайте, ребята, давайте. Бодренько врываемся к врагу. Прям вот так транзитом их отправляем. Я думаю, тут тоже сейчас это все будет очень быстро происходить. Остались одни стрелки, недобитки, немного легкой пехоты. Я думаю, что тут уже оно все пойдет очень быстро. Вот у нас ребята еще заскучали, тоже вперед. Хотя можно помочь сейчас здесь, чтобы башни нас не отрабатывали. Сейчас в тыл зайдем. Тут все никак, этих стрелков не перемелят. Ребята, ну-ка попробуйте пройти вот так, чаш. Я думаю, так оно намного эффективнее будет. We've captured the enemy's walls. Вот это уже хорошо. Добиваем остатки. Ну как-то так. Ну и можно, в принципе, со стен тут спускаться. Еще ускорим это все происходящее. Я смотрю, у них что-то где-то еще осталось, просто показалось, наверное. Ну, вот это другое дело. Молодцы, ребята. Так, кто-то где-то еще, я смотрю, тут какой-то отрядик, вот он, остался какой-то, ага. 100 человек потеряли, 1900 вырубили. Ранги почти все заработали, вот этим мне нравятся эльфийские отряды, тем, что они много войск успевают набить за бой и, соответственно, зарабатывают опыт. An honorable, glorious victory. Молодец, да. Занимаем поселение, я смотрю, богатенький поселочек был. Что у нас с прибылью? О, вот это другое дело. Отношения ухудшились с Тренгерун. Молодцы, вражеская армия бежит. Та-та-та. Вот тут у нас даже ничего себе. Что мы можем переобучить? Это у нас что такое? А, это у нас замок. Тут, скорее всего, нам какую-то броню хотят предложить. Ну давайте, я думаю, это надо сделать. Так, сразу же займемся, наверное, развитием. О, он еще и в крепость уже вырос. Отлично вообще. Последнее поселение осталось у Стерлингов. Я думаю, что мы его добьем, возможно, в следующей серии. А может, я его оставлю на закуску нашим, нашим союзникам. Будем уже смотреть по ситуации. А пока... жду ваших советов по поводу всей этой разворачивающейся ситуации.